Наталья Черникова вводит в детский сад номер 74 одуванчик и старшего, и младшего сына. Больше всего Николаю и Роману нравятся прогулки. Разумеется, женщина не могла остаться в стороне, когда дети сообщили ей, что 20 апреля на территории дошкольного учреждения состоится весенняя уборка. Это нужно прежде всего нашим детям, а кто кроме нас? Кроме наших как бы родителей, да, как бы. Это нужно нашим детям, чтобы площадки были обустроены. То есть вот так вот. Я считаю, это правильно. Грабли, лопаты и кисти достались всем желающим принять участие в весенней уборке. Мамы и папы, бабушки и дедушки воспитанников детского сада номер 74 «Одуванчик» окучивают живые изгороди, красят аттракционы, скамейки, выгребают сор из травы. Даже малыши, забросив мячи и самокаты, взялись за садовый инвентарь. Все сегодня трудятся. Трудятся на благо чистоты и порядка. Здорового, чистого, зеленого Подмосковья. Это дело добровольное, и очень отрадно, что сегодня сами ребята утром будут родители и говорят: мы идем трудиться, мы идем благоустраивать площадку и территорию нашей школы, нашего детского сада. Солнышко уже выглянуло, все реже дети будут оставаться в помещении и станут чаще выходить на улицу. Участки, на которых они гуляют, должны быть чистыми, безопасными и обязательно яркими. Так веселее играть, говорят педагоги. Они тоже принимают участие в весенней уборке. Готовим детский сад к приемке, к летнему сезону, потому что дети будут большую часть времени проводить на улице. И, конечно же, если будут яркие краски, детям будет веселее играть. На территории городского округа Мытищи 54 дошкольных и 34 общеобразовательных учреждений. Из года в год в апреле педагоги, дети и их родители выходят на весеннюю уборку. Они наводят порядок вокруг детских садов и школ. Надежда Трифонова, Денис Петров. Информационная программа «День».